Toyota Mark 2. Снимаем радиатор печки. Вот открыли водительское сиденье. Машина праворукая. Значит, здесь под рулем, с правой стороны открываем защитный вот этот вот, как его, кошму, или как правильно назвать, покрытие. Вот под покрытием здесь находится такой пластиковый, вот он, пластиковый вот этот защитный кожух, а вот это видно хомуты самой печки. Вот нам нужно открутить один болт, потом вот здесь второй болт, и вот здесь вот защелки, вот с этой стороны, две защелки. Сейчас я откручу, попробую снять. Второй болт, который наверху, откручиваем. Все, два болта откручены. Теперь, вот смотрите, рукой шевелю. Вот она. Этот кожух снимается. С этой стороны есть две защелочки. Вот они, Сейчас я их подсвечу, постараюсь. Подсвечиваем. Вот она, одна защелка. Вот она. Вот видите, я снимаю ее. И сверху точно такая же. Тут она и кожух снят. Вот видите, пластиковый кожух снял. И вот он сам радиатор. Вот он, радиатор. Вот эти два хомута. Вот один хомут, вот второй хомут. Сейчас открутим, они как бы полукругом сверху. Снимаем их, вот так вверх подденем, а этот вниз наоборот, верхний вниз. И эти трубки, они не входят ни вовнутрь, никак. Просто вот такой полукруглый хомут по всему периметру. Снимаем и печку отсюда выденем. Сейчас все покажу. Так, вот, отверточкой. Раз. Неудобно. Как всегда неудобно. Вот он хомут, видите? Вот он хомут. Его надо сейчас открутить. И второй хомут сверху. Все, пошел. Теперь я его откручиваю пошире, чтобы разжать. Это у него вот по аналогии, по нижнему месту. Вот видите, я вот этот болтик открутил. Теперь сам хомут разжал. Вот он, в стороночку его. И нужно сделать то же самое с верхним. Чтобы вот эти патрубки, отошли от радиатора. Радиатор вот сюда не получается сдвинуть. Хотя, наверное, получится, если я сейчас его маленько подковырну. Но там еще наверху, вот там вот наверху, вот эти два патрубка. Держит вот такой хомутик, который сразу два прижимает, а посредине болтик. Вот его надо еще открутить и подвинуть немножко радиатор. Сейчас попробую сначала радиатор подвинуть. Опа! Опа! Вот она побежала, тосол побежал. Ничего не сделаешь, надо было подставлять. О, Серега! А! Тосол тут побежал. Да тосол побежал. Значит, открутил, я там. Сейчас уберу, чтобы не бренчало. Открутил я там хомут. Теперь я должен... Хомут тот наверху не мешает мне. Теперь я должен раз. Вот так вот. И снять. То есть вытащить из радиатора вот эти вот трубки. Вот одну нижнюю трубку я уже вытащил. Так, вот она, хомут, вот так, чтобы не потерялся. И верхняя трубка. Вот так, нужна плоская отвертка. Вот плоская отвертка, вот так раз, там резиночка, ее тоже желательно не повредить. Вот, отодвинула, видно там на видео? Да. Это хомут верхний, тоже положим его сюда. И печка должна вот таким вот образом, ах ты, должна сюда выехать. Там
поролон. Этот поролон может немножко туговато. Вот она пошла. От, сука, не идет сразу. Что-то мешает. Грязь может быть забита. Она должна. Она должна быть. Провод там идет. Верхний провод. Вот она, печка почти вылезла. Печка точно такая же, как на колдине. Один в один. Опа! Вот она, печечка. Снимай там. Toyota Mark II Qualis. Не знаю, может она и побольше, чем на колдину. А может и такая же. Ну все. Снимайте печки вместе с нами. Ставим в обратном порядке.